Выступление мужчин в произвольной программе на Skate Canada на втором этапе гран-при нынешнего сезона по фигурному катанию открывает американец Росс Майнер. Мягко говоря, немногое получилось у него в коротком прокате, но мы с вами знаем, насколько Росс Майнер серьезный спортсмен и насколько он в случае, если соберется, может хорошо прокатать. И потому, понимая, что у хорошего, квалифицированного фигуриста не бывает двух подряд провальных прокатов, безусловно, рассчитываем на то, что Майнер свое возьмет в произвольный. В то же время можем отметить, что и соперники у Росса тоже очень достойные, и они ни в коем случае не собираются так просто уступать ему ни единой позиции. Пожалуй, что с недокрутом, да еще и отминусуют арбитры.
Ну, не то чтобы совсем разобранный Росс Майнер, серебряный призер чемпионата Соединенных Штатов Америки, но как конструктор Лего он собирается далеко не всегда. В общем и целом, надо отдать должное бойцовским качествам этого фигуриста после не получившегося четверного сальха. Кстати, арбитры посчитали, что он был докручен. Потом, считали, что докручен, а потом в итоге его и понизили. Я тоже как-то очень удивился, что совсем он был не похож на докрученный, а он не только недокрученный, он пошел как тройной сальхов в итоге. И, конечно, оценка будет значительно ниже, чем изначально мог на нее рассчитывать Росс Майнер. Потом совсем неудачный каскад из акселя в полтора оборота и двойного тулупа. Это, конечно, совсем несерьезно. Еще один аксель не удался спортсмену, и тоже он был только лишь в полтора оборота всего. Это, что называется, даже не церковно-приходская школа, там коньки вовсе не надевают. Еще в каскаде тройной лутц, одинарный Ридбергер, тройной сальхов. Недокрут на заключительном прыжке. В общем, в итоге, конечно, Майнер не добирает и не добирает прилично, к сожалению. От того, что он потенциально способен, и от того, что ему требовалось для того, чтобы составить конкуренцию тем, кто находится в таблице выше него. Вот посмотрите, при личном рекорде порядка 162 баллов. Сейчас Майнер насобирает, ну хорошо, если 130. Вот давайте посмотрим, что получилось, что не получилось у Росса. Попытка исполнить четверной сальхов, ну да, тройной, да еще и на минус. Вот, заход на аксель, цепанул маховой ногой лед, в итоге аксель полтора оборота всего провернул. Вот, двойной тулуп, лутц получше, вот, лутц-тулуп, это хороший у него каскад. Но в целом, конечно, есть над чем работать, мягко говоря. Итак, Росс Майнер с большим трудом пытается уйти с последней строчки в таблице, учитывая, что есть, конечно, ему кого обгонять. Есть и Андрей Рогозин, канадец, и такой же разобранный, как Майнер, Джошуа Фарис был в короткой программе, и малоизвестный еще один канадец Эладж Бальде. То есть, по большому счету, Росс, разумеется, может побороться со многими. Но что получится на практике, узнаем буквально уже после окончания этой разминки. Выше Мура и Эббота тут, наверное, ему уже не забраться. 196,9 балла. Итоговая сумма Росса Майнера при 130 баллах за произвольный прокат. Но я не могу.